Жителям Темиртау разрешают трогать руками ценные экспонаты. В Краеведческом музее города сейчас работает необычный проект «Тактильное познание истории», посвященный Международному дню слепых. Как проходят особенные экскурсии, узнавала Марина Золотарева. Завязанные глаза – обязательное условие для участия в экскурсии. Посетители прикасаются к истории в прямом смысле. Тем, кто сегодня не видит, разрешают ценные экспонаты трогать руками. Это апробация проекта «Тактильное познание истории», разработанного для инвалидов по зрению. Пока в ней участвуют люди зрячие. Здесь, конечно, и особая рамка передвижения экскурсантов, особые предметы, которые мы решили выделить для того, чтобы рассказать историю и изучить историю нашего города. Посетители музея поделились на пары. У каждого экскурсанта завязанными глазами был свой поводырь. Те, кто на время стали слепыми, говорят, что получили массу необычных впечатлений. Фантазия работала больше, чем обычно. Тяжело действительно, не видя эти предметы, понимать, как они выглядят, ориентироваться очень тяжело. Теперь я как-то буду бережнее относиться, возможно, к своему зрению, потому что если его потеряю, будет очень сложно. Таким образом, Темиртауский музей намерен привлечь внимание людей к проблемам незрячих. Здесь давно разрабатывают различные программы, но нынче решили отойти от привычных и скучных посиделок. Первоначальный эффект превзошел ожидания. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Темиртау.